Курская, значит, качественная. Награды в номинации «Лучший товар года» в пятницу удостоилась и компания «Дари мир». «Дари мир» производит качественную верхнюю одежду для детей до 12 лет и комбинезоны-трансформеры для новорожденных. Юлия Шаталова – постоянный покупатель. Приобретает фирменную продукцию уже 5 лет и советует ее всем своим подругам. Очень удобный. Этот костюм идет демисезонный именно. То, что здесь идет меховая подстежка. То есть мы уже относили осень без меховой подстежки. Сейчас пришли морозы, мы вставили подстежку и сейчас зиму ходим. Комбинезон-трансформер «Боня» по достоинству оценили и специалисты. Тому подтверждение – награда в номинации «Лучший товар года». Одежда от «Дари мир» – гипоаллергенная, качественная и по приемлемым ценам. Так, демисезонный комплект можно приобрести всего за 1000 рублей. Мы работаем и с федеральными сетями, такие как «Дочка», «Сыночка» и «Дети». Также работаем с местными, как бы, розничными. «Золушка» с нами работает, «Европа Kids», «Счастливый малыш». То есть можно нас найти в этих магазинах. Ну и также в федеральных сетях. У нас яркая, комфортная и безопасная одежда. Компания предлагает более 350 наименований моделей. В такой ассортиментной линейке каждый наверняка найдет ребенку одежду по карману и по душе. А главное, это зимой в куртках и комбинезонах от «Дари мир». Ваши крохи точно не замерзнут. Юлия Абрамова, Ирина Шашкова, Антон Латышев, телеканал «Сейм».